Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazon Holy Play, первый сервер. У меня здесь Кирилл Красава, пацаны, это мой второй аккаунт. Кто не знает, это был мой временный аккаунт, пока мой аккаунт был в бане. Итак, чуваки, не переживайте, в принципе, с моим основным аккаунтом Кирилл Путбулови все хорошо. Просто я решил записать на этом аккаунте серию, потому что я эту идею здесь и придумал. Буквально 2 дня назад, когда ехал, в принципе, по названию ролика, возможно, вы уже догадались. Как мы знаем, в принципе, скоро ГО будет. Ну, как скоро? Мои предположения, пацаны, если честно, летом. Потому что это же реально уже смешно. Последний месяц зимы, и в ГО все еще нету. У БТ было, не спорю, все хорошо. Мы представим, как бы, на Редмине, кто серийку смотрел, в принципе, я там оленей где ловил. Сегодня мы представим, как это будет происходить на Мазнике, если это будет ГО, потому что я не знаю, это будет ГО или нет. Кто знает, напишите, потому что я особо на ОБТ не успел посмотреть все. Поэтому напишите вы в комментариях, пожалуйста, будет ли охота на оленей или нет. Кто знает. Сейчас мы едем туда, где находятся олени, в принципе, где они есть. Хотя не по всей карте, по-моему, есть даже. Но мы поедем сюда. Так, пацаны, кое-что мы сейчас делаем. Тут есть плохое бревно, короче, какое нам тачку может поломать. Сейчас мы так вот сделаем, чтобы наша Audi была целенькая. Я на самом деле очень кайфую от этой машины, просто реально очень кайфую от этой тачки. Реально тачка огонь просто. Просто очень нравится. Отдельно, наверное, отдельный видос запишу, в принципе. Сейчас очень поздно, сейчас где-то 2 часа ночи по МСК, короче. Да, даже больше. Сейчас онлайн маленький, в принципе, 96. Кстати, я сейчас покажу вам секретное место, где... чпокают всех петухов, самых главных сервера. Покажу вам это секретное место, если я вспомню, где оно находится, в принципе. Если я его не проехал. Я реально не помню, где-то здесь такое место есть интересное. Где этих петушков чпокают самых главных. А, вон оно, кстати. Так, давайте поближе подойдем, я вам покажу. Это место, в принципе. Здесь наказывают самых главных петухов на сервере. Сейчас я вам покажу это место, в принципе. Вот тут, короче, есть камера такая вот, какой-то труп лежит. О, кстати, здесь что-то есть, давайте посмотрим. Опа, какие люди, пацаны. Это же самый главный петушок на сервере. Какого выебали, походу, в сраку. Их привязали. В принципе, давайте сделаем вот так вот. Ним 8. Прям, чтобы от души просто. Прям. Чтобы он не мучился, просто сейчас его пристрелим. И все будет у нас хорошо. Покойся с миром, сука. Четко. Ну, короче, вот такое вот место. Будете знать такое секретное место, в принципе. Ты что, дурак, блядь? Как-то так. Погнали теперь оленей искать. На самом деле, на этой Audi даже не хочется быстро ездить. Да, конечно, у меня максималочка маленькая, 101 километр, но... как я говорил, это Rolls-Royce, пацан, для бедных, серьезно. Этих тачек мало на себе, как и Rolls-Royce, в принципе. Но стоит эта тачка в 24 раза дешевле, чтобы вы знали. И после GO, по-моему, подороже будет, 2,5 миллиона, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, давайте представим, как это ловить оленей. В принципе, по РП просто представим, как это будет происходить. Вот у нас хоть олень стоит, как бы... вообще нам желательно было снайперку взять, но на этом аккаунте у меня нету рецепта на снайперку, а на другом аккаунте есть. Так, давайте аккуратненько так заезжаем. Кстати, прикол переднего привода, что вот вы куда поворачиваете, туда она едет. Конечно, полный привод лучше, а задний валить боком, но именно передний привод вас вывезет из любой ситуации, в принципе. Так, вот у нас олень стоит, короче. Представим просто, как это будет. Просто представим, допустим, да? Сейчас я откроем багажник. Так, багажник. По полям, блин, я бы поехал, на самом деле, но, мне кажется, меня админы посадят, да? Хотя это младший администратор, в принципе, ну, хз, рисковать не хочу, тем более вареник получить не хочу, потому что здесь шестерка, шестой ранг, короче, в ВВС на ВЧ-1. Допустим, вот олень, да? Нам нужно убить, у нас есть автомат, в принципе. Допустим, мы его там с одного выстрела убили, да? Там прописываем команду, типа, не знаю, там,
Типа, блин, не знаю даже, какую команду придумать. Допустим, Дан, команда. Дан. И олень берется нам на руки, короче. И мы вложим ему просто баяжник. Просто давайте отыграем. Ми положил оленя в багажник. Ду положил. Все. И давайте тру. Положил оленя в багажник. Все удачно, все заебись. Так, допустим, мы вот одного оленя поймали. Обратите внимание, что он все-таки здесь остался. Повторюсь, этому я просто представляю. Хочу показать вам, как это будет. Наверное. Так, я сейчас бы капот открывать. Вместо багажника закрывать. Но это нормально, пацаны, это нормально. Просто представим, как это. Потому что мне очень понравилась эта система на Редмире. И я хочу представить, как это будет на Амазинге. Здесь, конечно же, это будет. Но олени у меня есть, пацаны. Главное, это моя фантазия. Сейчас поедем еще поищем этих оленей. В принципе. Блин, ну по ЕП тоже ехать. Вот еще один олень, кстати. Так, давайте тоже его подберем. Так, подъедем вот так вот. Откроем багажник, заглушим машину. Так, возьмем автомат наш, короче, и давайте к нему подкрадемся. Так, потихонечку, потихонечку. Все, мы его убили. Давайте теперь возьмем его. Так, Ми взял оленя на руки. Ду олень в руках. Так, по-моему, там точку надо в конце ставить. Вот, все. Мы, типа, понесли оленя. И давайте отыграем все то же самое, в принципе. Так. Положил оленя в багажник. Ду положил. И давайте припишем true. Все. Вот, у нас теперь два оленя есть. Это уже хорошо. Тачку я не буду закрывать, в принципе. Все. Теперь едем дальше. Я просто, пацаны, еще представляю, как это будет. Как это будет, и, допустим, я там представлю, куда я их буду вести. Да, я их буду вести. Я придумал, в принципе, такое место неплохое, недалеко от моего дома. Так, давайте еще оленей поищем, в принципе. Они вообще во всей карте, но представим, что здесь нужно будет их ловить, этих оленей, и убивать их. Конечно, желательная снайперка, повторюсь, но у нас ее нету. Так, вот еще один олень. Так, давайте открываем багажник. И попробуем, как бы, его убить. Тоже так. Потихонечку подкрадываемся со спины и... На, все, убили его. Так, представим чисто. Представляете, если за мной админ здесь наблюдает, думает, что, блядь, он делает просто? Что он, блядь, делает? Так. Так. Все. Все, мы, типа, взяли оленя, все, мы идем, как бы, несем его в багажник. У нас уже три оленя будет, так сказать. В принципе. Так. Не знаю, если вам такая идея понравится, пацаны, то ставьте лайки обязательно. Так. Так, сейчас отыграем по былику, все. Конечно, лучше сделать бин было бы, конечно, мне, но... Ладно, буду вручную, можно сказать, писать. Так, все, закрою багажник, едем дальше, в принципе, искать тоже оленя. Кстати, поставьте лайк те, кто хотят, чтобы была вот такая охота на сервере, в принципе. Кто не видел подобной охоты, может, что-то, не знаю, на Север РП есть такое же самое, в принципе, похожее. Поэтому, я думаю, это очень круто. Если будут еще нормальные деньги за это платить, то это вдвойне будет круто. Так, давайте подкрадемся к нему, в принципе, и убьем. Все, мы его убили, одного выстрела, думаю, будет достаточно. Так, теперь пишем. Взял оленя в руки. Так, олень в руках. Все, мы взяли его, в принципе, все с коробочкой. Все как надо. Так. Оленя в багажник. Так, положил. И надо найти тру, все. Так, окей. Все удачно. Кстати, у нас постоянно удачно выпадает. Довольно-таки круто. Я думаю, в принципе, 4 оленей нам вполне себе хватит. Поэтому сейчас мы идем их сдавать. Представим, что нам за это будут платить, ну... За 4 оленей надо будет 60 тысяч, допустим, да? Представим такую ситуацию. Кстати, насчет серии по основному аккаунту, она будет, наверное, следующая серия. В принципе, там тоже есть что снять. Поэтому ставьте лайки, чтобы серия вышла быстрее.
А я тем временем сейчас машину толкну. Потому что не хочу просто. Мне так здесь денег мало. Как мало. Кстати, на этом аккаунте сейчас больше денег, чем на основе в 3 раза просто. Но насчет основы вы все узнаете в следующем видео подробненько. Чё, как и так далее. Но скажу вам сразу, что деньги мне до сих пор не вернули. Моим 7 миллионов, ну почти 7 миллионов там. 6 миллионов 900, по-моему, было. И на руках там что-то было еще. Ну, короче, можно сказать, грубо говоря, 7 лямов. Кстати, пишите в комментариях, снять мне видео подробно, какие плюсы ВЧ, в принципе, что мне здесь нравится и так далее. Расскажу, как я здесь живу, что и как, там, значит, зарплаты и так далее. Расскажу вам. Напишите в комментариях, снять такое видео или нет. Либо вам ВЧ вообще не интересно, в принципе. Кстати, кто не знал, после 12 можно на красный ездить, по-моему, до 8 утра. Поэтому я не нарушаю, если что. Так, вот мы уже почти подъехали туда, куда нужно сдавать оленей. В принципе, я сам это место выдумал, если что, пацаны. Просто, не знаю почему, но это больше похоже на какую-то... Не знаю, короче, просто выбрал это место. Так, вот мы приехали сюда, в принципе, да? Так, давайте, я думаю, с той стороны подъедем. Допустим, сюда нужно сдавать оленей через шкуры, туши и так далее. Вот, вот, вот сюда прям. Видите, здесь типа контейнер стоит там. И потом потрошат и так далее. Ну, вы поняли, да. Я думаю, да, вы поняли. Так, теперь можно машину закрыть, в принципе. И давайте вытащим всех этих оленей. Ну, по РП, конечно же. Достал оленя с багажника. Достал олень в руках. В принципе, вот. Будем так отыгрывать. Ладно. Хотел труп прописать, ну да ладно. Допустим, мы их будем сажать вот в это место. Так, true. Положил оленя на пол в угол. Ой, неправильно я прописал. Сейчас справлюсь. Все, удачно положили. Все, давайте теперь остальных оленей достанем. У нас их 4 всего. Ой, так, стоп, 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 так. Так, все. И давайте положим его. Так, чисто мелкие отыгрывочки, конечно, пацаны, но я думаю, вы себе представили, в принципе, как это будет выглядеть, когда это будет работать. Так, это у нас 3-й олень получается, да? Хорошо, и остался последний. Так, что неправильно обратно. Так, стоп, назад. Так, что-то спешу я сильно. Так, вот. И вот это теперь так, все. Неудачно, так. Все, удачно. Положили мы этих оленей вот сюда, в этот угол. 5 туш, в принципе. И представим, что за это нам дали 60 тысяч. У нас было 300 тысяч, нам дали 64 тысячи 190 рубля. За то, что мы привезли их. Ну, я думаю, в принципе, пацаны, прикольно я придумал, на самом деле. Просто решил представить. Реально, это спонтанно случилось. Просто ехал по той дороге на Audi вот ночью. Как ночью, часов 9. И вот я... Ну, я подобное даже не на видео делал перед этим. Тогда, ну, я чисто оленя там заложил багажник и все. Но я вот подумал, думаю, снять такой видос, типа, как это будет выглядеть, представить, как это... И так далее, в принципе, потому что я видел на 2 проектах охоту, и представление я особо имею, как это охота, в принципе, на оленя и так далее. Там, в принципе, так все пишется, только там через команду нужно ложить машину этих, но мы чисто... через РП их вложили. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки. И всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying.